И в продолжении темы динамичного развития региона, как сообщает телеканал «Панорама ТВ», входящий в медиахолдинг «Тверской проспект», более 11,4 миллиардов рублей будет направлено в регионы на поддержку развития туристической индустрии. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В Тверскую область в общей сложности будет направлено почти 600 миллионов рублей. В частности, 455,4 миллиона рублей пойдет на реализацию программы по проектированию туристического кода центров городов. Федеральные средства помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в популярных туристических местах, объединить главные достопримечательности, провести благоустройство, внедрить продуманную навигацию, оформленную в общем стиле. Более 143 миллионов рублей направят на грантовую поддержку бизнеса, который работает в туристической сфере.